В зале администрации состоялось еженедельное пленарное совещание, на котором были рассмотрены важные вопросы и приняты решения, направленные на развитие района. В начале планерки были выделены и отмечены работники культуры, которые достойно представили нашу республику на выставке «Россия» на ВДНХ. Их усилия и творческий потенциал были отмечены почетными грамотами, врученными главой района. За яркое творческое оформление стенда Республики Адыгея на международной выставке форуме «Россия» в Москве на ВДНХ наградить почетные грамоты администрации муниципального образования Кашхабовский район Абажиха Буланова и Намерканова. Карданова Адам Амирбеевич. Киржинова Давлета Хазраилович. Новикову Беллу Аскеровну. Клинову Зарину Ибрагимовну. После этого заместители главы района и руководители отделов и управления представили свои доклады о проделанной работе на протяжении прошедшей недели. Были озвучены результаты работы в культурной сфере, экономике, финансов, образования, ЖКХ и других отраслях. В завершении планерки глава района еще раз озвучил план мероприятий на текущую неделю и дал конкретные поручения.